Мы вас всех приветствуем. Наш канал «Голос молчащих» сегодня записывает очень интересную передачу, тему важную, актуальную, по просьбе многих, которые ждали эту тему и причем заранее прислали вопросы. И сегодня у нас очень интересные, замечательные гости в нашей студии. Это большая честь для нас и радость, что пастыри при всей их занятости нашли время и посетили нашу студию, а также вас, дорогие слушатели, которые задаете очень много вопросов. Зачастую я не могу ответить на все эти вопросы, дать ответ, потому что это в теле Христовом, это должно работать в теле Христовом. То есть есть вещи, в которые должны вникать непосредственно пастыри. Поэтому сегодня у нас в гостях брат Вальдемар Цорн. Многим не нужно представлять его, но все же мы озвучим. Это редактор журнала «Вера и жизнь», известный по всему простору бывшего СНГ и не только среди русскоговорящих христиан, которого многие знают и любят, и учатся, и берут пример. И также он является пастором по местной церкви города Штутгарт, Германия. И практикующий душепопечитель, имеет опыт, у него семья, у него супруга Эльвира, с которой они прожили не один десяток лет, и имеют свой личный опыт, а также имеют опыт служения. А также второй гость сегодня у нас – пастырь церкви Преображения Александр Демьянченко, который тоже имеет супругу, и супругу зовут Юля, они прожили в браке более 20 лет, имеют 5 деток. И тоже большой опыт служений в душепопечении, и встречались, сталкивались с различными сложными ситуациями, к сожалению, поскольку мы живем на земле. Поэтому сегодня добро пожаловать, дорогие братья, в нашу студию. Поприветствуйте наших гостей. Брат Вальдемар. Приветствую всех. Приветствую. Шалом. Шалом с миром. Ну, перейдем к нашим вопросам, поскольку время неумолимо бежит. К сожалению, церковь, это некто сказал, что это как госпиталь. Да? Туда приходят разные люди, контуженные, больные, израненные, духовно и душевно где-то, поэтому они ищут Бога. И вот получается так, что разного рода помощь нужна, не только духовная. Конечно, начинается все с восстановления отношений с Богом, но не всегда только эта часть работает, потому что человек — это не только дух, да, это и душа, и тело, и как он воспитывался в социуме, все это сказывается. Поэтому мой вопрос вот такой. Можете ли поделиться на практике, конечно, не обобщая вот конкретный вопрос, если женщина переживает, жена, вот, потому что бывает насилие переживает и мужчина, когда эмоционально, моральное насилие, оно не делится на женское, на мужское. Бывает, что женщина морально давит на мужчину. Но здесь мы сегодня говорим именно о насилии, когда мужчина проявляет агрессию, когда мужчина проявляет какую-то жестокость, силу, и морально, и физически, и сексуально, иногда финансово доминирует над женщиной или над детьми. И вот как ей быть? Как быть, с чего начинать, вот с чего начинать, кому ей пойти в такой ситуации, вообще, как озвучить, сформулировать вот в церкви. Могли бы вы подсказать, брат Вальдемар? Я следил в какой-то мере за вашей перепиской, за всеми этими постами, ответами. Один или два раза я подключался к этим дискуссиям, но, в общем-то, я думаю, что женщины, которых это сильно волнует, которые это переживают, они используют сейчас эти современные средства коммуникации с тем, чтобы делиться своими переживаниями или искать помощи где-то в просторах всемирной сети, надеясь натолкнуться на человека, который может им помочь. Почему я не особо активно принимаю в этом участие, а
скажем, даже с какой-то осторожностью к такой активности отношусь, потому что задача решать такие вопросы, она стоит перед церковью. В первую очередь перед поместной церковью. Или под, если в городе несколько церквей, то не обязательно в одной церкви, но обязательно в городе, в котором есть несколько церквей, Бог поставляет в этой церкви людей, которые помогают людям выбраться из такого тупика и решить их вопросы и проблемы. И поэтому я думаю, что в первую очередь искать нужно опытного душепопечителя, с которым можно, который имеет от Бога поручение, власти, полномочия советовать, помогать и решать вопросы. Вот это первый шаг, я бы так сказал. Можно более конкретно? Кому вот конкретно обратиться должна женщина? Ну, скажем так, в каждой церкви есть у людей, у каждого человека, несущего служение, в церкви есть определенные дары, определенные призвания и определенная власть. И это проявляется, и, ну, например, в нашей церкви есть несколько человек, которые занимаются душепопечительством. У нас есть встречи, только душепопечители, мы рассуждаем, какие вопросы у нас в церкви актуальны, о чем нужно поговорить, с чем мы можем, чем мы можем помочь верующим в нашей церкви, на какие аспекты духовной, семейной и другой жизни обратить внимание. И такие люди, они выявляются в церкви, и такого человека нужно найти. И если такого человека в церкви нет, то нужно найти такую церковь, где такие люди есть. Я думаю, что это ненормальное положение, ненормальное состояние, если в церкви нет душепопечителей от Бога. Не тех, которые побыли на курсе на каком-нибудь и вернулись с корочкой, что они теперь душепопечители. Это как в случае с Иисусом Христом, что он говорил не так, как книжники и фарисеи, а говорил с властью. И поэтому таких людей нужно искать. Но с другой стороны, то, о чем мы сейчас сразу с места в карьер или с полоборота начали рассуждать, я думаю, что мы сейчас рассуждаем о симптомах. Мы говорим не о самой сути проблемы, а о симптомах. Откуда насилие? Откуда такое давление? Откуда эмоциональное, финансовое, сексуальное или еще какое-то доминирование одним над другим? Это оттуда, что у людей нет нормальной духовной жизни. У них нет общения с Богом. У них нет смирения перед Богом, откровения от Бога, нет жизни с Богом. Зачастую. То есть получается, люди сами виноваты, в чем они оказались, да? Сейчас не о вине речь идет, а о причинах. А причина. Вот здесь вы сказали, что кто-то, может быть, там закончил какие-то курсы там и стал душепопекать. Допустим, вот лично у меня у самой, я имею степень бакалавра в социальной работе в христианском университете, и тему я защищала дипломную, на отлично защитила, супружеские конфликты и их решение с библейской перспективы. Плюс я переводила от Джона МакАртура на пасторском факультете, то есть мы обучали пастырей, да, то есть очень серьезный материал изучали, где мы Новый Завет изучали на 4 языках, стих за стихом, да, то есть глубоко копали Писание. И вот пастыри говорили вот такую фразу все время, когда наставляли, они говорили: если у тебя в пастве овечка хромает, то значит ты ее не докармливаешь, ты как пастырь ее не допаиваешь. То есть ты ей не даешь, она должна быть сильной, ты должен водить ее и кормить ее, ты должен посвящать себя и так далее, и так далее. Очень было сложно вернуться после такого тренинга, после такого обучения в нашей церкви, где, ну, практически многие сами себе предоставлены. И буквально сестры стучат во все двери, и они практически не получают помощи. То, что вы говорите, это красивая теория. Вот как быть на практике? Когда женщина сталкивается вот с такой ситуацией, теоретически, да, такие люди должны быть, много чего должно быть, но если этого нету, если действительно даже те же курсы взять, не у каждого есть время, даже вот в занятой Америке,
Что бы вы добавили сюда, брат Александр? Простите, сразу прошу немножко времени и терпения. Я расскажу, как я с этой проблемой столкнулся. Я несу служение пастора для людей с ограниченными возможностями. И первая проблема, с которой я столкнулся, это не люди с инвалидностью, а мамы. Мамы таких детей. И вот большинство из них, они сталкивались с разного рода насилием в своей семье. Ведь не секрет, что многие такие семьи разрушились, при том еще в начале. Почему? Потому что мужья унижали своих жен, не поддерживали. И мне пришлось искать подход, чтобы сначала оказать помощь маме, а потом уже вместе с мамой, единой командой, мы искали способы, как помочь ребенку. И вот исследования мы привели вот куда. Я пытался встретиться с некоторыми мужьями, которые бросили своих жен, которые оказывали какое-то насилие, ну, разное, я не буду сейчас уточнять, потому что разные ситуации, все ситуации частные. И вот какой вывод я сделал. Это все нерешенные проблемы еще в глубоком детстве. У многих это привычка, у них в семье папа проявлял насилие по отношению к маме, дети были свидетелями этого. Или же как способ мести, то или другое, это полное отсутствие прощения. Иисус говорил в молитве: «Отче наш, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Поэтому, конечно же, я согласен со всеми пастырями, которые говорят, что на первом месте духовное состояние человека. Это так, но мы должны взять на себя ответственность и за то, как помочь человеку. Потому что когда ученики сказали Иисусу: «Отпустите ли нам народ, чтобы они купили себе есть?» Иисус сказал: «Вы дайте им есть». И Иисус говорил, что мы больше сотворим, чем то, что видели ученики. Поэтому пастырь должен не бояться никаких проблем. И многие пастыри боятся вообще с сестрами работать, с женщинами работать. И говорят, что сестры должны заниматься сестрами. Но только проблема, где же взять таких сестер, которые могли бы перенести это все. Вальдемар очень правильно сказал, что есть средства коммуникации, и многие женщины ищут помощи там. Но хочу заметить, они туда идут только тогда, когда пастыри поместных церквей не выполняют свои обязанности и не могут ответить на их вопросы. И не хотят. Не хотят даже просто по-человечески поддержать. Ведь для многих женщин поддержкой было бы даже то, если бы пастор сказал: «Мне очень жаль, мне очень жаль». Выслушал, сколько нужно, сказал: «Я могу только помолиться, я не разбираюсь в этом. Я буду искать хорошего специалиста, душепопечителя». Когда в церквях какие-то проблемы случаются, мы же пытаемся найти хорошего юриста или хорошего мастера, который чинит автомобили. Мы не бросаем членов церкви. Хотя это не духовные вопросы. Или мы делимся номером телефона хорошего стоматолога. Вот. Я считаю, что в каждой церкви должны быть номера телефонов и контакты тех людей, которые проявили себя как прежде всего назначенные Богом. Вальдемар также сказал, что должен быть душепопечитель от Бога. Ну, где же взять этих душепопечителей от Бога? Я думаю, что очень большая проблема в церквях сейчас – это то, что нет конкретной молитвы о том, чтобы Бог у членов церкви проявлял духовные дары. Мы должны знать свою паству, должны знать их сильные стороны, их образование, опыт, и стимулировать, и направлять. Вот как в нашей церкви пастор постоянно говорит о том, что нужно возрастать, нужно учиться, постоянно стимулирует, чтобы мы поступали на какие-то курсы в семинарии. Поэтому для того, чтобы вырастить таких душепопечителей, нужно трудиться пасторскому составу. Знаете, как есть проблема, ее нужно решать. Нужно искать способ, как решить. И чтобы ответить на вопрос, куда же обращаться, ну, конечно, обращаться к пастору. И если пастор, к сожалению, отказывает, то тогда искать другого пастора, который может оказать помощь. Но не останавливаться, не останавливаться. И для меня это вызов. И я уже некоторое время вместе с Анарой молюсь за таких женщин, чтобы Бог на их пути посылал духовных братьев, пастырей, которые не бросят, даже если в данной проблематике не разбираются. Но я встречал душепопечителей, которые вместе с сестрами, у которых есть в семье проблемы, шли к юристу, узнавали, какие у них есть права, встречались с мужьями, разговаривали, если нужно, даже и жестко, по-мужски, и уговаривали, увещевали. Даже было такое, что забирали сестру, над которой муж проявлял насилие, домой на какое-то время, и она у них жила в семье.
Так что мы должны не бояться брать ответственность на себя и стимулировать и поощрять других пастырей все-таки решать эти проблемы в церкви, не отворачиваться от них. Это самая первая ошибка. Отвернуться и дать возможность в интернете искать каких-то душепопечителей. Мало кого там сестра найдет. Потом будут еще большие проблемы. Брат Вальдемар, к вам вопрос. Спасибо, Александр, мы еще вернемся к этому. Вы сказали, что женщина должна получить помощь в церкви. Мы с этим полностью согласны, поэтому мы не перенаправляем женщин каким-то службам, социальным службам, особенно здесь в Америке, с этим нету большого кризиса. Это в наших странах есть немножко, здесь нету. Вот именно человек должен получать первоначальную помощь в церкви. Но в то же самое время, поскольку мы живем в правовом государстве, и ко мне обращались некоторые женщины и говорили, что наш пастырь сказал, что если вы позвоните в полицию, мы вас отлучим. Вот. Как вы считаете, может ли женщина в случае опасности, особенно сейчас, в наше время, когда многие хранят оружие, и кто-то говорит, что оружие раз в год само по себе выстреливает, да, не говоря уже, что если у человека есть проблемы с гневом. Имеет ли женщина право позвонить в полицию, если такая нужда вдруг возникла? Ну, если бы, скажем, в моем окружении, или должен сказать, что я не главный пастор в нашей церкви, у нас пресвитерский совет, и у нас 4 человека, 4 пресвитера. Просто для корректуры, чтобы люди не подумали, что что-нибудь другое. Но в любом случае, если бы в нашем окружении какой-то пастор сказал бы так члену нашей церкви или в нашем окружении так бы сказал, то этого пастора сняли бы со служения и, может быть, его бы отлучили от церкви. Потому что это легитимное, нормальное действия женщины, защита жизни своей и детей, позвонить в полицию, если в доме такая ситуация, любая угрожающая жизнь. Это не вопрос душепопечительства, это вопрос юридический, это вопрос общественный и защиты и так далее. У нас же жизнь не только в духовном плане. Я говорю, что все эти проблемы в семье от того, что люди не знают Евангелие, не живут по Евангелию, и в большинстве церквей, которые я знаю, в которых такие проблемы наблюдаются, в этой церкви в течение поколений не преподавалось Евангелие и не обучали молодых перед крещением основам Евангелия, основам духовной жизни. Можно здесь немножко не согласиться с вами, брат Вальдемар? Многие очень хорошо, особенно наши баптисты, хорошо знают Писание, цитируют наизусть. У моего мужа был сотрудник, работали они вместе, парень, который выпивал и курил, но он прямо наизусть места Писания говорил и так далее. Мы хорошо знаем Писание, и дьявол, он цитировал Писание, когда искушал Иисуса, то есть он тоже очень религиозный. И практика, к сожалению, показывает, что вот эти насильники, они довольно религиозны. И они очень, что сбивает с толку женщины, вроде бы он и Библию цитирует, вроде бы он слушает проповедь и даже может проповедовать. И вот этой же Библии ее бить, что ты должна повиноваться, ты не повинуешься, вот ты должна прощать. А видишь, ты не прощаешь, какая же ты христианка. И женщина начинает себя самобичевать, что да, точно, вымаливать у Бога любовь к мужу, стараться служить и так далее, и тем самым загонять себя в больше и больше, себя и детей в больше и больше тупик. И здесь конкретные шаги. Мы говорим о проблеме, мы о ней говорим уже много. Вы сами читали много постов, много свидетельств женщин. Конкретно здесь вот люди пишут и задают конкретный вопрос. Step by step, шаг за шагом. Конкретно женщина, она живет уже в насильственных отношениях. Даже не начнем сейчас искать причину его поведения, причину ее поведения. Вот такая, срочная ситуация, ситуация скорой помощи. Она пришла в церковь и сказала, что мой муж не справляется с гневом, он может в гневе избить ребенка.
кинуть его на пол, начать пинать. Он может меня вот так вот выкинуть мои вещи и, ну, со мной вот это сделать. Что я должна сделать? Какие шаги выхода из этого? Что ей нужно сказать? Ей нужно позвонить в полицию, подать на мужа в суд, и он понесет заслуженное наказание за свои пинки и прочие дела. Я не об этом говорю. Вот вы не согласны со мной? И я просто очень четко понимаю, что мы как бы разговариваем на разных языках. Когда я говорю «не знают Евангелие», это не значит «не знают, что написано вот в этой книге». Не об этом я говорю. Если я говорю о Евангелии, то квинтэссенция Евангелия заключается в чем? Христос живет в нас. Христос живет в нас. И если это осознание у верующего человека есть, если только таких людей крестят и таких людей принимают в церковь, у которых живет Христос в сердце, а не радостную песню «Воспойте в небесах», раз бац, окунули и зажёг сухой грешник, вышел мокрый грешник, а жизнь совершенно не изменилась. Иначе откуда такие пьяницы, откуда бийцы, откуда драчуны, эти все насильники, и все откуда они берутся? Потому что они религиозные люди. Они все знают, но не живут. Евангелие заключается не только в том, что сделал Иисус Христос для нас. Извините, одну минуту, две, может быть. То, что Христос умер на кресте за грех, за всех грешников, и если мы покаемся, прощает нам грехи, вот это учится, это проповедуется и выдается за Евангелие. Это не Евангелие. Это не Евангелие. Это только часть Евангелия. Это основа. Это Бог вот это предлагает всему миру. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям согрешений. Ни одному человеку Бог не вменяет никаких согрешений. Но когда человек это принимает, принимает к себе, он принимает, он крестится Духом Святым в тело Христово. Он напоен тем же самым Духом. И к этому человеку, верующему человеку, в котором живет Христос, а кто Духа Христова не имеет, тот и не его, это черным по белому написано, это Евангелие, он этому человеку, призвание пасторов и так далее в церкви, послание Ефесянам, приводить в меру полного возраста Христова. Если этого процесса нет, апостол Петр говорит, если вот это, все эти хорошие вещи у вас есть и умножается, то вы не останетесь без плода в познании Господа Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот забыл о прощении грехов и идет, как пес на блевотину или свинья валяться в грязи. Вот мы говорим о блевотине, говорим о грязи, в которой валяются свиньи, потому что люди не знают Евангелия или никогда его не принимали. Они не знают, что Христос в них живет. Ну какой Христос в них живет, если он пинками бьет жену? Извините, пожалуйста. Христос, апостол Павел в послании Ефесянам говорит, что мужья должны любить жен так, если ожидаешь, что она тебе послушна должна быть, как Христос свою церковь, он за нее жизнь отдал. Ты можешь сказать, что ты твою жену любишь только тогда, когда ты знаешь, ты готов отдать за нее жизнь, и она это знает. И тогда вот ты ни руку поднимешь, ни голос не повысишь, и ни о чем другом не говорю. Я об этом говорю, а это основная проблема, что в наших церквах, им говорю, евангельские, протестантские церкви, очень много религиозных людей, но очень мало людей, живущих по духу. Очень мало людей, живущих Евангелие. Вот тогда, продолжая то, что вы говорите, может ли такая женщина просто собраться уйти от такого мужа, который бьет ее, детей, морально насилует, не дает денег, требует в любое время там сексуальных отношений? Может она собраться и уйти? Конечно, может. Я думаю, в некоторых случаях это разумно. Если она ниоткуда помощи не получает, если нет в этом городе или где в ее окружении ни одного разумного душепопечителя или пастора, имеющего полномочия и власть ей помочь, то, конечно, она может и должна уйти. Она должна защитить свою жизнь и жизнь своих детей. Но есть условия, если нет там измены и так далее, это, если она хочет жить по Евангелию, я имею в виду, то она не имеет права выходить замуж за другого или еще что-нибудь. Апостол Павел об этом говорит. Если не по причине прелюбодеяния развод, то невинная сторона не имеет права выходить замуж, только если муж там заведет себе
кого-нибудь, тогда же можешь развестись, это не обязательно, можешь простить, а если он повторяет и так далее, ты можешь развестись и можешь выйти замуж. Но это совсем другая тема. Но если по какой-то другой причине, а не по причине прелюбодеяния, вынуждена оставить дом, то она должна с тем считаться, что она не может выйти замуж за другого человека. Если она верующий человек и хочет жить по Евангелию. Потому что причина развода, причина разделения в семье не прелюбодеяние, а ну, какая-то другая. Ну, допустим, как быть такой женщине, вот теперь вопрос к пастору Александру. Спасибо, Вальдемар, за подробный такой ответ. Но если ей в церкви говорят, вот, допустим, изучая поведение, ну, психологию таких женщин, вы сегодня хорошую фразу сказали, брат Вальдемар, в начале нашего эфира, вы сказали, что Бог говорит к нашей воле. Очень, ну как, я услышала это. Но вы поймите, воля такой женщины, она скована. Она практически скована, она не может принимать какие-то радикальные решения. Она запугана, она затравлена. И когда кто-то власть имущий, например, пастор церкви, ей говорит, если ты, вот мы год помогали одной женщине, записывали не один эфир, и вы, наверное, читали посты о ней, она уже подала на развод, потому что ее детей муж избивал, ну много чего, не хочу перечислять всю эту грязь. Она позже подала на развод по ее инициативе. Мы ее на это не толкали. Мы всегда за то, чтобы просто на время разъехаться и начать работать над отношениями. Когда она подала заявление мужу, что мы разводимся, он побежал к пастырям. Пастыри сказали, услышав всю ситуацию, сказали, ты разведешься, мы тебя отлучим. Все. Она зашла в тупик. Она говорит, как меня отлучат от церкви? И вот как быть такой женщине, пастор Александр, если кто-то власть имущий, а таких много, что если ты вот это, то мы тебя отлучим. Вызовешь полицию, мы тебя отлучим. И был случай здесь у нас в Миннесоте уже не один раз, когда доходило до убийства, а потом пастор сказали, ну, это не члены нашей церкви, нет, они не члены, мы тут ни при чем. Кто возьмет ответственность за такую семью, за вот этих детей, которые покалечены психически, которые не хотят идти в церковь, которые не хотят идти к такому Богу, потому что папа показал такого Бога. Что бы вы сказали, пастор Александр? Во-первых, я хочу поблагодарить пастора Вальдемара за то, что он теологически настолько правильно раскрыл проблематику. И теперь вопросов нет, откуда такая проблема берется, потому что мы часто имеем дело с духовной женой, не духовным мужем. И я встречался с духовными мужьями и женами, которые оказывают насилие против мужей, как бы это странно ни звучало. Поэтому с проблемой мы покончили, это понятно. А вот что делать? Это вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, простой. Сначала я отвечу на первый вопрос, что делать такой женщине. Значит, если вызов полиции или ее уход – это не шантаж, потому что ну, всякие бывают ситуации. Иногда пастыри бывают горячими и прямо с первых слов начинают принимать решение. Вот отлучим и все. Отлучение – это когда служители не знают ситуации. Поэтому я бы посоветовал женщинам, несмотря на то, что, может быть, первый раз им откажут, второй раз не обратят внимания, все-таки приходить и говорить, оповещать, освещать проблему, которая есть в семье. И я думаю, что служители по неотступности все-таки примут решение, по крайней мере, будут больше знать. Если же церковь никак не реагирует, что весьма странно, потому что ну, вот пастор Вальдемар сказал, что высокий дух, наше хорошее духовное состояние, общение с Богом всегда дает решение проблемы. И более того, Господь не допускает проблему. Но если в церкви ей отказали, то она имеет полное право на основании Конституции спасать себя, защищать себя и своих детей. И для этого есть и полиция, для этого есть и другие органы юридические, которые решают этот вопрос. Ну а также она имеет и духовное право. На основании Библии любая сестра, любой член церкви, женщина или мужчина, против которого оказывается насилие, они имеют право на защиту церкви. Церковь не может не реагировать.
все, что происходит в семьях, ответственность прежде всего на нас, пастырях. По крайней мере, ну, я стараюсь не сваливать ни на кого, если есть проблема, принимать ее. Иногда бывают такие трудные ситуации, такие Санта-Барбары. Но вот очень важно не отворачивать. Знаете, когда-то я занимался боксом, и мне тренер сказал фразу, которая мне очень помогает и сейчас. Он сказал: в бою никогда не отворачивайся, а то пропустишь самое интересное. Поэтому я стараюсь не отворачиваться, искать проблему, искать пастыри. У меня это круг общения больше. Мы стараемся помогать сестрам, и многим удается помочь. Но если каким-то образом нарушены отношения, бывают сестрички очень эмоциональные. Первый раз пастор не смог помочь или был занят чем-то другим, и, может быть, не проникся до конца. Они сразу обижаются и начинают решать все по-своему. Таких дробно ломают. Я хотел бы предостеречь. Нужно сохранять, несмотря ни на что, спокойствие и доверие Господу. Нет ситуации, из которых бы Бог не вывел. Он обязательно выведет. Обязательно. Даже если пастор с первого раза не выслушал, со второго раза не смог принять решение. Это задача церкви. Если человек член церкви, это задача церкви – решать этот вопрос. Идти в дом, говорить с мужем. Я знаю ситуацию, когда муж избивал жену, приходил домой выпивший, оскорблял ее. И пастору много раз приходилось приходить домой. И был даже такой случай, когда пастору немножко досталось. Но в результате этот муж покаялся. И он член церкви, он служитель. Я не знаю, сколько времени ушло. Я эту историю слышал из уст этого пастыря. Он говорит, что было очень сложно. И когда я подумал, что уже все, нет надежды, ну сколько можно, он просто не меняется. Как только выпьет, начинает буянить. И в этот момент произошло чудо. Было служение, он пришел на служение, вышел и покаялся. Только Бог знает пути, как примирить людей. Понимаете, я чего боюсь? Мы можем стать такими профессионалами, такими психологами, бросаться, пытаться помочь женщине, и потом окажется, что нами просто воспользовались как щитом, закрылись, и со временем выясняется, что, оказывается, или у женщины, или у мужчины были другие цели, и давно уже кто-то нравился, она с кем-то в чате там переписывалась. Вот я боюсь таких дров не наломать. Ну, а брать на себя ответственность и помогать – это наша обязанность. Мы, пастыри, мы должны за овцами следить, как Петру было сказано: «Любишь ли ты меня? Паси овец моих». Паси. Иисус сказал: паси. Будет трудно, будут ситуации сложные, но ты паси. И он сказал: сей я с вами во все дни до скончания века. Поэтому я считаю, что безвыходных ситуаций не бывает. Нужно принимать, искать выход. И в Библии описаны все ситуации, выходы из всех ситуаций. Поэтому если мы хотим, если мы молимся, и, конечно, должна работать молитвенная группа. Потому что мы, пастыри, знаем, без молитвенной поддержки даже простая задача порой, ну, не решается, ну, не идет. Казалось бы, ты насколько знаешь эту семью? Вот сейчас пойдешь, поговоришь, и все получится. Нет, нету понимания. Приходишь в семью, у них еще больше раздоры. Кто-то начинает тобой прикрываться. Вот, ты слышал, что пастор говорит? Вот, ты слышал? Обычно нужно дать паузу, сказать: друзья, давайте мы возьмем паузу для молитв. И сестра имеет право уйти, конечно. Если она физически слабее, и она испытывает насилие, ну что, и ждать, когда ее убьют? У нее есть такое право. И Библия оправдает ее. Тем более, если у нее дети, они все это видят, они страдают, и психика их ломается. Конечно, есть. Но уйти вот так вот фыркнуть и, так сказать, утереть нос мужу, вот тебе, нет, конечно, такой вариант не проходит. Поэтому она уйти может, но проблему решать нужно. Даже бывает, до развода доходит, если человек настолько далеко заходит, что заставляет жену отдавать все деньги, которые она зарабатывает, сам ними распоряжается немудро, дети голодают, он вкладывает в автомобиль себе новые диски, покупает новые колеса. Но, вы знаете, очень разумно даже и юридически разделить счета и на какое-то время юридически побыть независимыми. Да, мы живем в таком мире, когда мы обязаны говорить об этом. Это очень неприятная тема для нас, очень неудобная тема. Но мы должны говорить о них открыто. Но здесь еще один такой вопрос возникает, тоже поднимают его из-за вот то, что вы сказали сейчас, юридические счета и как финансами. Ну, финансы в Библии на втором месте после спасения написано о серебре, о финансах. Это важная часть, особенно в том мире, в котором мы живем. И на этой почве
По-моему, номер один – это причина развода вообще, я имею в виду не в церкви, а вообще вот в обществе, да, финансы. И считаете ли вы, что ну, как бы тем, кто вступает в брак, нужно как-то прописывать какие-то долговые, ну, финансовые обязательства, вообще прописывать, вообще начинать говорить на эту тему, потому что вот эта необговоренность и недоговоренность, она приводит к большим проблемам финансовым. Ну, например, вот в одной семье муж, ну, зарабатывает, ну, как он? Зарабатывает так, чтобы самое необходимое покрыть, и, например, может на жену, она говорит, она мне говорит, Странара, вы когда свою машину открываете, вот ручку, посмотрите там вот под ручкой, у вас есть царапинки или нет? Потому что мой муж увидел, что вот ручку открываешь, и там царапинки, и он может, мы едем, например, на служение, и по дороге мне надо вот выходить, петь, он может всю дорогу ехать и говорить, там царапины, да ты под свои когти да обрежь, там и так далее. То есть вот я купила эту машину, и ты вот, и, а мне надо выходить и петь, и прославлять. Она говорит, я уже ни машину, ничего не хочу. И мы говорим, конечно, о таких крайних случаях, когда вот физическая, а вот, вот такое моральное насилие. Я глава, я тут всех строю. Почему мы не слышим проповеди вот, в церквах? Я переводила вот американцев, да, пасторский факультет, я просто была в шоке, как они учили братьев. Почему мы не слышим проповеди, что ты должен любить ее, как Христос возлюбил? Ты должен принимать, защищать, опекать ее. А получается, что все богословие семьи сводится к двум стихам. Мудрая жена устроит свой дом, а не мудрая, и еще из притч, даже не из Евангелия, что не мудрая жена разрушит свой дом, глупая, а мудрая будет устроять. И вот, чтобы быть вот этой мудрой женой, ей нужно все вот это терпеть. То есть, как вот именно поменяется ли в церкви вот именно понимание, это американцы говорят poor theology, да, скудное богословие, когда получается на плечи женщины возлагают всю ответственность. Неси, терпи. Христос терпел и нам велел. Здесь вот сейчас в комментариях пишут. И получается, что смиряйся, дорогая сестра, у тебя не хватает смирения. Вот мы вчера с братом Вальдемаром говорили, я им приводила пример, что женщина говорит, что мой муж может исчезнуть на несколько дней. Она пастору говорит, его не было дома несколько дней. Он говорит, а я ездил на источники. А он говорит, ну, ведь видишь, у него есть алиби, он ездил на источник. С кем? Когда? Жене не надо отчитываться. То есть потом женщины перестают ходить к пастырям, потому что когда берут, ну, такой вот мужской шовинизм, берут в сторону мужчины, смиряйся, покоряйся. И еще и пастырь бывает, вот так показывает ей, даже во время беседы, ну, молчи, молчи, помолчи, мол, как-то, пусть он успокоится, ну, перебесится, да, вот так вот. То есть, братья, хотелось бы фокус, чтобы вы увидели состояние женщин. У меня вот свой пример был такой. В Первославянской, в Сакраменто, мне одна сестра подходит, говорит, на, Нара, вот эту бумагу отнеси, там идет это, братский совет, отнеси им, да, и пусть они рассмотрят. Я ее взяла, захожу, открыла дверь, там полный зал мужчин, ну, братьев. Я не смогла туда зайти. Я взрослая женщина, я спикер, да. Я закрыла... Я просто смутилась, и думала, потом позвала одного, передала, говорю, на, занеси туда. И про себя подумала, вы можете представить, молодая женщина прийти перед пастырями и открывать свою проблему, это психологически непросто. Для этого в церкви апостол Павел говорил, должны быть женщины, которые ну, становятся как ходатаями и представляют интересы молодой или там обиженной женщины. Что вы думаете об этом? Кому вопрос? Пастору Вальдемару. Я вам говорил в предварительной беседе, сестра Анара, что вы выбрали не очень удобного собеседника. Потому что вот вы сейчас все рассказывали, я очень внимательно вас слушал, и а у меня внутри протест. У меня внутри протест. Вот хочешь справиться с гневом? Вот есть такая замечательная книжка. Или вот семинар, или модуль, посети вот и так далее. Хочешь справиться вот с этим, хочешь правильно воспитывать детей, хочешь правильно с подростками, хочешь правильно наладить отношения семейные. Вот этот семинар, вот эта книжка и так далее. Самые популярные сейчас проповедницы и проповедники, это которые говорят, что нам делать, и как нам делать, и как поступать. И как только начинаешь говорить, откуда ноги растут у этих всех проблем,
Ах, ну, брат Вальдемар, это ясно, это вы мне тоже говорите. Это само собой разумеется. Но вот, а что делать? Так вот, мое глубокое убеждение, что все эти семинары, все эти модули, все эти книги, все эти рефераты, все эти доклады, все эти консультации необходимы только постольку, поскольку в церквах нет живого Евангелия. Нет наставничества, библейского наставничества, нет наставничества перед крещением. В первых церквах, в первых столетиях люди 7 лет готовились к крещению. 7 лет. В некоторых церквах до 3 лет, в некоторых 7 лет. И катехизация была активная. В некоторых церквах каждый день встречались для наставления. И такие люди потом выживали на аренах против львов, и у них были нормальные семейные отношения, и Евангелие дошло до Индии, и до Испании, и до Гренландии, и так далее. Почему? Потому что вот нормальное, живое Евангелие, живая нормальная церковь. А там, где сейчас вот это замазывание такое, ну, скажем, поведенческая психология такая христианская, окрашенная, не решает никаких проблем. И беседы о том, что делать, не решают никаких проблем. Ну вот, не пример для подражания, душепопечителям, если кто-то сейчас посмотрит. Встречаются. Вот в воскресенье сейчас разговаривал женщина на грани развода и так далее. Ладно, другой пример расскажу. Поднимает руку молодой муж, поднимает руку на жену. У них 3 детей. Один раз поднял руку на жену, второй раз поднял руку на жену. Кто его знает, что с ним случилось и так далее. В общем, очень нехорошая ситуация. Меня спрашивают, что делать, что посоветуешь? Я говорю, у этой молодой женщины есть 3 брата. Я говорю, 3 брата, вы отойдите в сторонку с этим мужем. И скажите, если ты еще один раз поднимешь руку на жену, то будешь иметь дело с нами. И все. И как в народе говорят, как корова языком слезала. И все. Для некоторых нужен страх такой. Не пойдешь в полицию, ну что там, пощечину дал или еще что-нибудь. Но это начало всякого, но это уже симптом, скажем так. Поэтому советов в разных ситуациях может быть легион. Но проблема, основная проблема в том, что люди не живут Христом. Кто когда-нибудь слышал в церквах проповедь о сораспятии? О сораспятии. О сораспятии. Что такое сораспятие? А это одна из ключевых истин в проповеди Евангелия апостола Павла. Мы умерли для греха, мы умерли со Христом. Как же нам жить для Него? Мы же умерли. А как он... вы немножко отошли от моего вопроса. Вот смотрите, мой вопрос был вот о чем. Смотрите, если как бы богословие получается семьи, спасение семьи возложено на плечи женщины, то есть если ты достаточно молишься, если ты смиряешься, если ты несешь, то не спасешь ли ты мужа? Смотрите, Христос поставил высокую планку. Он сказал, что как Христос возлюбил церковь, да, так и мужья, вы через апостола Павла любите своих жен. Да, то есть получается, как Христос? Получается, что если ты, церковь, будешь все делать правильно, то, может быть, Христос и выполнит свою миссию. Да, то есть не наоборот же, Христос все сделал. Для того, чтобы церковь... Извините, сестра Нора, семейное богословие заключается в том, что мужья должны своих жен любить, как Христос церковь. Вот эта любовь Христа к церкви является основой всего семейного богословия, скажем так. Вот от... Но на практике ведь не так. Именно с женщинами. Даже вот, на практике написано «не напивайтесь», но на практике же пьют люди. Написано «умывайте шею», но люди грязные ходят. Это не значит, что практика опровергает истину. Истина заключается в том, что семья, здоровая, нормальная семья, зависит от того, как у мужа отношения с Богом и как у мужа отношения с женой. Это нормальные, это вот это корень, это ключ ко всему.
А то, что вы привели этот текст, что, может быть, неверующий вас спасет и так далее, речь идет здесь не о верующих, которые уверовали, а она теперь этого нехорошего мужика пытается уму-разуму научить или как-то осветить, или еще что-нибудь. Это исключение. Это не правило, а исключение. А правило в послании Ефесянам 5 главе, вот там семейное богословие, так сказать, богословие семьи. Там прямо четко расписано, как семья должна, как семья задумана Богом. И так как она Богом задумана, только так она и функционирует. Я думаю, я понимаю вас, но, может быть, и ошибаюсь. Ну вот смотрите, здесь уже пишут комментарии нам наши слушатели, которые уже реагируют на все, что мы говорим сейчас, и пишут, что то, что вызвать полицию, не всегда работает, потому что некоторые полицейские на семейные какие-то заварушки даже не выезжают, особенно в наших странах, это даже не считается чем-то серьезным. Вот. И еще пишут здесь в комментариях, что церковь должна реагировать на подобные подобные вещи. То есть у церкви должно быть конкретно шаги, программы. То есть живые церкви должны иметь какие-то квартиры, чтобы... Ну вот мы любим оплачивать там миссионеров где-то в Африке, там еще кого-то. А часто задаваемый вопрос женщине, когда она в таких отношениях, и все руками разводят. Я думаю, вы сами читали в группе, они говорят, почему она не уходит от него? Это же ужасные отношения, почему? А ей не на что и некуда уйти, элементарно. Куда? На улицу пойдет с детьми? Он не уходит, куда одеваться? И в церквах должны быть квартиры какие-то, чтобы они могли оплачивать, чтобы первое время женщина, может, она какую-то профессию пока освоит, парикмахер или кого-то, чтобы могла. То есть должны быть практические шаги, как помочь женщине, это, опять же, все в финансы упирается, чтобы встать на ноги и начать себя содержать. Во-первых, морально помочь ей, духовно поддержать. Но когда вот вы говорите, что это единичный случай. Дело в том, что буквально каждый случай, когда пишут, они пишут, я подошла к пастору, вот так мне сказали. И то есть опять тупик получается. Есть ли какое-то видение, чтобы были именно в церквах программы, конкретно шаги, чтобы... Вот, например, когда мы сказали, что нужно вызвать полицию, а я читала одну книгу Марта Пис, она очень такой вот, консервативный автор, очень основанная на Писании. Вот у нее полиция, government, то есть правительство, к органам власти обращаться на 8-м месте. А первое – это Евангелие от Матвея, 18 глава, с 15 стиха, один на один, потом берешь брата, потом говоришь церкви, и шаг за шагом. То есть у церкви должно быть видение, как помогать таким семьям. Вот я в американских церквах много практики такой имела. Там работают коллегиально и братья, и сестры. То есть женщины более зрелые, они ведут переговоры с женой, пастыри ведут переговоры с мужем. То есть все к тому, чтобы брак сохранить, а не то, что найти виноватого. Вы поймите, вот весь посыл сегодняшней темы, весь посыл, что у женщины нету, пути, куда пойти, и выхода, потому что пастор не показывает ей выход. Все возлагается на ее плечи, молчит, и не мудрая жена. Даже некоторые озвучить боятся, потому что сразу будет ярлык, что ты виновата, ты там недостаточно вот это. А зачем ты за такого замуж вышла? Мы тебе говорили, вот нечего было. А откуда она знает? Он что, и говорил, что он будет ее бить? Он говорил, время от времени буду тебя бить и твоих детей. И деньги ты будешь получать только вот конкретно вот на то. А опять колготки порвались и так далее. Да? То есть, и поэтому, понимаете, братья, здесь должен быть конкретное видение, конкретные шаги. А женщины, они просто стонут, потому что им некому обратиться, некому. И здесь, в славянских церквах, здесь сейчас вот буквально в Северном штате сестры мне пишут, муж со мной не спит много лет, 5 лет, выгнал из спальни. И она находится в членом церкви таких очень известных имен, если ты назовешь. И некуда ей пойти. Он выгнал из спальни, сидит на порно, и она ни развестись не может, ни уйти не может. Вот такие тупиковые ситуации. Они мне пишут, я говорю, и я уже последнее время стала говорить, пока вы находитесь в такой церкви, я вам не могу помочь. Вам нужно выйти, найти живую церковь и начать исцеляться самой, а потом уже шаг за шагом Господь будет помогать.
Вот я о чем, то есть о женщине. Как бы у вас не было внутреннего противления, брат Вальдемар, и я сама учила так раньше и говорила, что если женщина будет повиноваться, то все будет нормально. Но это неправильно, это неправильно, потому что брак – это союз двоих, ответственность обоих, и на мужчине больше ответственность, как на Христе. Церковь. Я об этом и говорю, что основа семейного всего богословия на отношения как вот Христос и Церковь, так и муж и жена, и ответственность на мужа, скажем, 90%. Я с этим абсолютно согласен. И я абсолютно согласен с вами, что если в Церкви нет ни понимания, ни помощи, и ни учения, ни практики такое, то нужно искать другую церковь. Мы же не крепостные, где-то прикрепленные к кому-то и рабы чьи-то. И поэтому наверняка есть где-то живая церковь, где живые пасторы, которые имеют общение с Богом, и страх Божий имеют, и также своих членов так воспитывают. И таких пасторов, и такие церкви можно найти. Но в нашей церкви, например, вот вы сейчас говорите, и у меня волосы дыбом, если бы они были, стояли. У нас в церкви, ну, скажем, 8 душепопечителей, из них 4 женщины и 4 мужчины. Я не имею в виду сейчас семейные пары. У нас мужчин еще есть жены, с которыми мы вместе опекаем кого-нибудь, если это женщина. И с другой стороны также. И если кто-нибудь молодой ко мне обращается, ну, неважно. В любом случае, это нормально для церкви, что есть призванные к душепопечительству люди, которым можно обратиться, и которые решают все проблемы, начиная от взаимоотношений в семье, поднять руки туда-сюда, до квартиры и прочих вопросов. Это в нормальной церкви должно быть. Это нормально. Это нормально, чтобы это было в церкви. Если этого нет, то чем занимаются люди? Поют красиво. Красивое очень здание церкви, хоры, очень стройно, красиво все поется. И все внешне очень красиво, да. Это очень саркастично тогда. Да. Ну, это... ну, к сожалению, это саркастично, но если... в этой церкви... Да, если этой жизни нет, вот, о которой я говорил, то это не церковь и не богослужение, а религиозный спектакль. Ярл песни. То есть вы бы порекомендовали такой женщине, такой семье искать живую церковь? Да, обязательно. Выход один. Да, еще до того, как проблемы стали такими большими. Угу. Я знаю, что это опасно, что я сейчас говорю, и потому что сейчас все в интернете блуждают везде, как разбрелись, как овцы, ищут какого-то пастора, который усладил бы их слух. Есть огромная опасность в этом. Но с другой стороны, если в церкви нет живого Евангелия, то нечего там делать. То нечего там делать. Сам еще, может быть, отец или мать и так далее, может еще как-то выдержать это дома чтением туда-сюда и так далее. Но дети, подростки, потом молодежь, они должны вливаться в живую церковь. Из ответственности перед ними нужно переходить в живую церковь. Хорошо, спасибо большое. Брат Александр, что бы вы добавили? Я думаю, мы будем заканчивать. И я хочу сейчас еще обратиться к нашим слушателям. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие случаи помощи реальной, выхода вы знаете из таких ситуаций. Конечно, хотелось бы услышать не то, что женщине вот взять детей и сбежать, а именно когда восстановились отношения. Ну, прежде всего, я имею в виду, здесь важно восстанавливать отношения людей с Богом. Это пусть жена, которая восстановилась бы сама духовно, это дети, которые потом не уйдут от Бога, видя вот такое отцовство и видя вот такое насилие. Ну и сам человек. Возможно, если жена уйдет, то она даст ему шанс пережить вот эту боль, разлуки с детьми, и, возможно, этот человек начнет искать Бога. Если вы знаете такие случаи, пожалуйста, напишите в комментариях.
И, пожалуйста, поделитесь этим видео. И подписывайтесь на канал, если кто-то из вас не подписан. Поддерживайте наше служение. Наше служение существует на добровольные пожертвования. И, брат Александр, что бы вы добавили к тому, чтобы закончить эту тему? И хотелось бы, чтобы мы эту тему закончили молитвой, и вы благословили всех тех, кто будет слушать этот эфир. Благодарю. Я хочу поблагодарить Вальдемара. Невозможно быть оппонентом у всего, что он сказал, потому что его теологическая позиция абсолютно правильная. Он разъяснил образец семейных отношений. Но проблемы все-таки есть, и мы принимаем, как пастыри, вызов. И я сегодня записал себе планы. Во-первых, спасибо, Нара, за напоминание. У нас действительно не часто услышишь цикл проповедей о браке, но это побуждение, и я с нашей пастырской командой буду говорить об этом. Хотя мы постоянно семью ставим на первое место и много об этом говорим, но сказать, что у нас абсолютно все перекрыто, иногда пропускаем гол свои ворота. Но в основном из-за того, что нет осведомленности, информированности. Также благодарю за то, что напомнили о создании команды сестер-душепопечителей в церквях и не только в церквях. И у меня есть следующее предложение. Сейчас мы в эфире, и у этого эфира должно быть какое-то продолжение. Не еще раз, а, возможно, цикл. И этот эфир должен закончиться... Не сегодняшняя тематика сегодняшняя должна закончиться предложением провести какую-то масштабную конференцию по подготовке душепопечителей и братьев, и сестер в церквях, которые бы принимали на себя этот удар, возможно, освобождая старшего пастора или пастырей, которые занимаются евангелизациями и ответственны за другие служения. И, конечно же, второе предложение, Анара. Я бы очень просил вас подумать, чтобы мы могли вместе молиться. Может быть, мы могли оказывать помощь таким сестрам онлайн, пока нет таких команд в церквях. Собрать команду, возможно, Вальдемар согласится, я еще найду пару человек, и организовать какой-то сайт, какой-то портал, в котором мы могли бы постоянно общаться и оказывать именно скорую помощь, хотя бы дистанционно. Давайте подумаем над этим. Это очень актуально, то, что вы говорите. Это мы всегда делаем. Стараемся вывести на пастырей. Вы не забывайте, братья, что я получала консервативное богословие, да, и все делается через церковь, для церкви и в церкви. И пастыри, то есть то, что, на что они помазаны, это никто не заменит, никакой психолог, потому что это дары в теле Христовом. Я могу теорию знать, но дары в теле Христовом, каждый занимает свое место. Почему я обращаюсь к братьям, пастырям? Может быть, я теорию знаю, но пастырь, никто не заменит его служение. Душепопечение никто не заменит. Каждый на своем месте. Я могу свою часть как женщина выполнять. Поэтому, конечно, однозначно то, что вы сказали, это актуально. Я бы хотела, чтобы вы закончили молитвой. Тут один вопрос непосредственно к брату Вальдемару. Я хочу его озвучить коротко. Здесь спрашивают, что бы вы посоветовали тем церквам и пастырям, которые больше ориентированы на каких-то больших миссиях, ну, в смысле, на каких-то больших служениях, конференциях, чем на помощи своим ближним, вот, в своей же поместной церкви. К брату Вальдемару вопрос. Одного человека было побуждение такое в Китай поехать на миссию. Ну, обязательно в Китай на миссию. Сизов Николай Никитич мне рассказывал. Ну, братья говорят, ну, хорошо, это очень хорошее побуждение такое. Слушай, у тебя сколько детей? Он говорит, 10. Так у тебя дома Китай. Так вот, я думаю, что ключ к распространению Евангелия или метод, самый основной метод, что Бог дает нам всегда торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. Вот это миссия, когда в моем доме, в моей семье, в нашей церкви, в наших кружках свет Христов, отношения, любовь, единство и так далее. Вот это миссия, это великая миссия, это метод исполнение великого поручения. Этому не научишь и никого ни в чем не убедишь.
Это просто мое глубокое убеждение. Поэтому я сам лично не сторонник больших евангелизаций, больших мероприятий и великих проектов, чего только мы не проходили. И «Обнови землю», и «Распространи мои шатры», и «Мамы в молитве», и «Промис Кипрс», «Мужчины в проломе» и так далее. Какие только волны не переходили над нами, а воз и ныне там. Поэтому вот я убежден, мое глубокое убеждение – заботиться о своей церкви, заботиться о наших семьях, заботиться о том, чтобы в нас проявляла жизнь Христова, это самая лучшая реклама для Царства Божьего. Да, да, даже можно не проповедовать, просто жить, да, так? Да. И люди, глядя, будут стремиться. Нужно, это обязательно нужно. Ну, я забрал время у брата Александра, он хотел еще сказать и помолиться. Извините. Да, давайте мы будем закруглять сейчас, и сейчас слово к молитве брату Александру, пастору Александру. Я лично хочу очень вас поблагодарить, брат Вальдемар. Зря вы отказывались от этой темы, говорили, что вы не специалист, но мудрость, она от Бога, и все, что вы говорили, оно очень практически и применимо, и Господь очень назидал нас всех сегодня, и то, что брат Александр предложил, поэтому... Вам большое спасибо. Я думаю, что это видео поможет очень-очень многим. Будет назидание. Слава Богу. Вам спасибо, благодарность. Пусть Господь и дальше благословляет вас. И я хочу подтвердить, переспросить, что можно кого-то перенаправлять, да, на душепопечение к вам онлайн. Да, конечно. По мере. Чем я хотел закончить. Мы уже в вашей команде с Юлей, с моей женой. Поэтому, пожалуйста, мы готовы участвовать. Я верю, что наша команда будет расти еще больше и больше. Пастор Вальдемар, вы в команде? Я старый человек, брат Александр. Вы тем ценнее для нас. У вас большой опыт. Да, хорошо. Спасибо большое за доверие. Спасибо за приглашение, сестра Анна. Мне всегда приятно с вами общаться, вы знаете. Да. Тогда помолимся, поблагодарим Бога. Дорогой наш Отец, я очень благодарю тебя за этот эфир, за то, что я сегодня был студентом и многое для себя взял и принял. И благодарю, что ты побуждаешь меня принять на себя ответственность и больше времени уделять этой тематике, насущной теме. И прошу твоего водительства, Господь. Мы без тебя ничего не можем делать. Мы помним, ты сам об этом сказал, что без тебя не можем делать ничего. Поэтому просим у тебя мудрости. И помоги нам найти людей, которых мы сможем обучить или помочь им получить образование. И самое главное, чтобы у них был высокий дух, чтобы они любили людей, чтобы они готовы были, столкнувшись с проблемой, не осудить, а помочь, поддержать. На сегодняшний день таких не большинство, к сожалению, но мы верим, что у тебя их много, поэтому мы знаем, к кому обращаемся. И мы, конечно же, просим с огромным сожалением, но мы просим у тебя, Господь, защити тех сестер, до которых мы сейчас не можем достать, которые дистанционно отделены и удалены от пастырей, которые готовы оказать помощь. Мы просим, Господь, ты пастор совершенный, окажи им помощь, защити, Господь. Нехорошо, что в семьях есть насилие со стороны и мужей, и, к сожалению, и жен встречается. Поэтому мы просим тебя, защити, дай твою мудрость и помоги руководителям церквей не бояться участвовать, брать ответственность на себя. Благодарю тебя, Господь, за этот вызов, за мудрость, которую ты давал, за твое присутствие. Мы хотим вместе прославить тебя, Господь. Ты достоин славы. И мы вместе поклоняемся тебе, Господь, за твою любовь, за милость, за спасение, за создание церкви, за слово, которое ты нам дал, за Иисуса Христа. Мы тебя прославляем и благодарим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо. Всего доброго. До встречи. Да, благословений с Богом.